Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Прежде чем что-то сделать, эти люди надолго задумываются. Сначала им необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманное благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» – не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Отстаивая ту или иную точку зрения, они могут мгновенно поменять ее на противоположную, если почувствуют, что их аргументация иссякла. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.